Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». 10 спортсменов Самарской области поедут на Олимпийские игры в Бразилию. Билеты на футбольный кубок конфедерации стоят меньше 1000 рублей. Китайский хоккейный клуб «Красная звезда» примет участие в турнире «Кубок Лада». В предсезонном турнире «Кубок Лада» примет участие команда «Красная звезда» Пекин, Китай. Клуб в следующем сезоне планирует выступать в континентальной хоккейной лиге. «Кубок Лада» пройдет с 14 по 18 августа по круговой системе. Кроме китайцев и автозаводцев, за приз поборются еще три команды. Автомобилисты Екатеринбург, Барыс Астана и Югра Ханты-Мансийск. ФИФА объявила цены на билеты на матчи Кубка Конфедерации 2017 года. Посмотреть футбол в России можно будет за 960 рублей групповой этап, как минимум 100 тысячам российским болельщикам. Именно столько билетов четвертой категории будет в продаже. Для остальных цена от 70 до 245 долларов, то есть от 4300 рублей, потолок 15500. Первый билет поступит в продажу 1 декабря. За Кубок Конфедерации сразятся сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Португалии. Последний участник соревнований определится в январе 2017 года на Кубке Африканских наций. Олимпийский комитет России назвал состав сборной на игры в Бразилию. Поедет в Рио-де-Жанейро 10 спортсменов Самарской области. Павел Сухов – фехтование, Тагир Хайбулаев – дзюдо, Андрей Юдин – прыжки на батуте, Семен Макович – плавание, Наталья Перминова – бадминтон, Дарья Касаткина – теннис, Максим Телицын, Александр Кулеш, Елена Лебедева, Илья Штоколов – академическая гребля. Штоколов еще стартует и на каноэ. Хотя выступят атлеты на Олимпиаде или нет, зависит от решения швейцарского арбитражного суда и Международного олимпийского комитета. Оно будет известно в пятницу. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.